это сегодня такая, скажем, компактная площадка. Вот здесь находится контора, так называемая. Здесь работает бухгалтерия, все службы. Здесь же находится... Контора этого хозяйства, которое ты присоединил. Да. Используя вот эти площади, мы сейчас будем ехать, я вам расскажу, используя эти площади, чтобы не увеличивать там все эти строительства, мы здесь сделали ремзону, потом площадку для хранения техники. И то вот... есть это машинный двор, это на производственную зону? Да, туда, да? Это производственная зона, здесь птицеучасток, получается, что не строим ничего лишнего, компактно, и как бы, но с учетом того, что здесь 24 энергонасыщенных уже, то как бы ремонтировать их надо. Очень разумно, все правильно, компактно, там будет видно, там будет видно. Может, тебе город тут надо будет строить. Да. Ну вот это вот ремонт наш, это такие его ремзоны, там загоняются, здесь ремонтируются. Так вот, вон, кстати, они ремонтируют. Здесь инженерная служба прям находится. В каждом птичнике здесь находится порядка 30-35 тысяч птенцов. Делают 6 оборотов. По развитию этого вообще центра, да, у нас в плане увеличение объема производства. И самое главное, все компактно, понимаете? Все на виду, все. И даже здесь, с учетом вот руководитель работает, ему четко понятно. Это вот мы переезжаем на сердце. Это переработка. Здесь убойный цех, и здесь же сразу колбасный цех. Вот я вам предложу посетить. Это вот для нас было интересное решение. Почему? Потому что у нас не было вяленых колбас, сыровяленых. И здесь мы полностью загрузили вот этот завод на производство этих сыровяленых колбас. Отделение обвалки. Здесь на площадке находятся три сыровяленых камеры, которые полностью... Но это уже готовые или ты... Она уже, да, она уже все почти... Вот, нет, вот, а где они провяливают? Здесь, вот именно здесь, в этой камере? Здесь специально климат-контроль такой стоит, компьютер. Он полностью автоматически на всех этапах производства поддерживает и влажность, и... Вот это, кстати, продукт, который ничего лишнего. Здесь только филе. Здесь чистое филе. Филе птицы, специи и все. Ну и нужно, чтобы она не пересохла, ничего. Ну и здесь потом... Сыры вяленые. Это не копченые. Без тепла, не копченые, а вялится под... Да, под воздухом. Здесь движение воздуха более 1 метр. Какая температура? Температура начинается с 18 градусов, начинаем влажность примерно 90% и постепенно уменьшаем влажность и температуру. Основная суть, что происходит при температуре 14 градусов, влажность воздуха 75-76%. То есть фактически это высушивание? Да, да, да. Выделение влаги, она выходит в влагу. Основное при этой камере занимает мясо коньячное, это из мяса цыпленка бройлера, придает очень изысканный вкус. Да, сюда 200 грамм коньяка на 100 градусов. Сорок колбасы из индейки и филе сыровяленое тоже из мяса индейки. Полностью очень востребованы. В принципе, этот цех, он такой, он настроен современный.
когда докупаем одну машину, очень начали пользоваться спросом сосиски такие, отдельно упакованные. Это что? Я вам расскажу, что это. Мы сделали сертифицированный свой самогон, а это настойка. Я только на черной смородине люблю. Это чисто наша черная смородина. То есть она с градусом, да? Да, 23 градуса. Мы производим вообще все, что можно из курицы. Мы постоянно находим какие-то новые вкусы, новые продукты. Я предлагаю попробовать рулет дворянский. Из окорочкового мяса курицы, без нитратов, с натуральными специями, с морковочкой. Только натуральные, никаких нитратов в составе. Эта колбаса, цвет ей придают активированный уголь. На основе активированного угля, и вот для лучшего пищеварения, для того, чтобы... И плюс она еще имеет такой вот красивый вид. Дальше переходим к индейке. Мы до сих пор разрабатываем ассортимент. Да, это как раз таки вот эта колбаска и сосиски из индейки вареные. Также можете вот попробовать волоковую колбаску из индейки. Журналистам можешь налить по рюмочке, угостишься, а то что не то покажешь.